девчонок тоже с другой совершенно стилистикой. Они вас сейчас порадуют, оживят, сделают все вот так вот динамично и круто. Я бы тоже вписалась, но нужно бежать и там заниматься другими делами. Девочки, дуэт, фееричный совершенно. Называются они «Фиеста». Это праздник всегда. Что, нет? Не права? Первое слово все время забываю. Какое? Ну, в принципе, я обижаемся. Чего сейчас? Пошли помогать. Ну да, давай помогать. Ну. Концерт «Фиеста». А вот так вот? Ты что, я пропустила? Я где-то была в это время. Это важно. Это важно. Концерт «Фиеста». Да. Девочки, итак, вот эти две золотые леди, шикарные, они ведущие, они диджеи, я их знаю, ну, просто много, больше 5 лет, 10, 15, в общем, давно. Это не важно, важно, что... Сбились просто. Да, важно, что талант, вот знаете, бывает, люди как-то вот открываются и закрываются, а они все время такое ощущение, открываются, открываются. Я смотрю за ними ВКонтакте, там, в разных соцсетях прежде, да, когда их было много, у них все время какие-то идеи, все время зовут что-то отмечать, праздновать, что-то проводить, потому что, ну, они создают вообще удивительное настроение. Танечка и Анечка, но я еще быстренько скажу, руководители и хореографы детской танцевальной студии «Каскад». У них еще и вон чего есть. Когда вы успеваете жить-то, девчата? Ну, так это и есть жизнь-то. Вот, что должен ответить талантливый артист. Ребят, встречайте, классные, крутые девчонки. Встречайте. Анечка и Танечка. Спасибо. Всем привет. Дорогие друзья, мы, как всегда, с разговорным жанром, поэтому... Сначала с разговорным. Для начала с разговорным, потом будем немножко... По-другому немножко, да. Так как сегодня замечательная девушка, прекрасная, да, празднует свой день рождения, мы так обратили внимание, что многие ей принесли сегодня подарки, да? Кто-то творческие, кто-то материальные и так далее. Так вот, она тоже приготовила подарки, но как самый настоящий творческий человек, просто так эти подарки она отдавать не собирается, да. Поэтому, друзья, сейчас мы предлагаем всем, кто пришел сегодня на день рождения Кайли, поиграть в интересную игру под названием «Верите ли вы?». Мы будем озвучивать некий факт, да, как бы из жизни Кайли. Если вы с ним согласны, вы говорите слово «да», да, только, пожалуйста, подарки персональные, это я буду, я отойду. Подарки персональные, поэтому мы так, знаете, подойдем вот куда-нибудь сюда поближе, наверное, так, чтобы видеть, кто кричал, да, или как-то... Ну, кто-то, допустим, да, машет. По первому ответу «да» или «нет» попадать в точку, мы продолжаем дальше, поэтому же вопросы задавать... Ну и, соответственно, тем, кто дает наибольшее количество правильных ответов, мы в процессе данного мероприятия раздаем подарки от нашей именинницы. Итак, друзья, замечательная игра под названием «Верите ли вы?». Все собрались, вспомнили все, что знают про Кайру. Поехали. Итак, вопрос номер 1. Верите ли вы, что любимый цвет Кайры черный? Нет. А зря? Хорошо, да. Дальше неверный ответ. Любимый цвет серый? Красный. И тоже неверно. Любимый цвет красный? Да. Вот здесь все сейчас крикнут «да», потому что она в красном, понимаешь? Что? На самом деле, 1, 2, 3, запоминайте, да? То есть все. Вот. Ну, это был разминочный вопрос, мы поняли, что нужно делать, теперь продолжаем. Только, да, четче кричите, кто отвечает, потому что дальше мы подходим к этому человеку, продолжаем также накидывать варианты ответов и там... И выдаем подарок, да. То есть кто громче всех отвечает. Все, пошел конкурс. Итак, верите ли вы, что Лена Кайра ассоциирует себя с кошкой? Да! Да, первый. Вот первый крикнул молодой человек. Вот так, теперь к тебе хорошо. Мы будем приставать. Итак, правильно. Ассоциирует себя с кошкой. Поехали. С кошкой, да? С драконом? Да. Уже ошибка. Так, хорошо. Дальше еще одна идем. Попытка. С косаткой. Последний вопрос с кротом. Нет. Ну вот последний нет. Тоже правильно. 2-2, Леночка, будешь дарить подарок? Иди. Да. Да. У нас именинница решает, подарок или нет. Она сказала два правильных из 4. Важный человек. Да. Мужчине вот подарок подарите, пожалуйста. Вот. Аплодисменты, вот друзья, это первый подарок. Первый приз, да. Поехали. А вот теперь сиди, молчи, просто да. Наслаждайся. Так, мы пошли дальше. Вопрос номер 3. Верите ли вы, что Кайра относит себя к учению иудаизма? Нет. Так, у меня есть человек, который громче всех крикнул. Продолжаю задавать вопрос. Буддизм? Да. Хорошо. Шаманизм? Нет. Молодец. Идиотизм? Нет. Молодец. Ваши аплодисменты, у нас есть победитель.
следующему вопросу. Это самая красивая девушка. Да, как вас зовут? Ксения. Ксения знает о одеянии. Про Кайру. Много-много всего. Так, сейчас, как бы Ксению бы показать бы. А, вот, бегут. Вот Ксения. Вот Ксения в синем. Красивая, да. Подойдите. Вопрос номер 4. По одному из образований. Лена, Кайра. Матрос. Да! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не попали, штурман? Да. Нет. Кто сказал нет? Ну, опять. Так. Сюда-сюда. Кто там еще кричал? Нет. Так, обе. Так, хорошо, идем дальше. Девчонки, на двоих смотрю. Там еще два вопроса. Юнга. Да. Да, как она кричит. Так, и? Кок. Нет. У нас два победителя. Леночка, у нас два победителя хора. На самом деле, мне вот хочется девушку, которая вот тут из проема кричит громче всех, позвать сюда к нам поучаствовать. Не-не-не, у нас вот подарки, значит, показываю. Вон девушка в розовом, красивая, блестящая. Вот, да. И вот, вот за этим столиком, вот очаровательная девушка. Помашите имениннице ручкой, а то она не понимает, кому подарить подарок. Давайте не будем растягивать себя. Поехали. Верите ли вы, что Кайра придумала направление танцев? Вот сейчас внимательно, кто был в начале мероприятия, сейчас прям на скорость реакции. Кайра где-то да прозвучало, не могу понять, где первое. Да, первое, да, везде. Да. Вот девушка с машиной, я бы тоже сказала, что оттуда. А, все-таки отсюда, да? Да. Вот мы сейчас к вам пристанем. Тут еще есть три каверзных под вопросы. Поехали. Кайра стайл, да. Поехали. Волна модерн дэнс. Нет. Молодец какая. Я бы вот ошиблась. Шина найда опа. Нет. Флэш, агапак. Да. Леночка, может, далеко не ходить, да. Можешь вручать подарок. Вот сюда. Прошу. Следующий вопрос. Верите ли вы, что Лена на сцене сколько лет в танцах конкретно? 14? Нет! 48? Нет! Слушай, вот все правильно. То есть это будет хоровой сейчас подарок? Не-не-не, я сейчас выберу кто. 37? Да! Что? Кто там вот детским голосом кричал? Кто кричал «да»? Так, хорошо, сейчас главное дальше не ошибиться. 29. Ну, думаю, логично. Нет, она сказала. 100-500. 100-500 тоже говори. Нет, все. Леночка, принесите нам подарок, пожалуйста. Леночка, ты в танцах будешь 2000 всегда, поняла? Это важно. Да. Вот сюда, очаровательная юная участница. Самая первая, да, правда. 37 лет человек на сцене, в танцах год. Мы специально считали. Осталось буквально три вопросика. Итак, верите ли вы, что в свое время Лена сложный со звездочкой работала с лицедеями? Да. Неправильно. Так. В народном театре? Да. Кто отсюда первое «да» крикнул? Маруся. Вот там. Так. Я на вас смотрю. Есть еще два вопроса. Лена же много где работает на самом деле. Девочка. Лет. Можно там очаровательные девушки вот в сарафанчике, да, в красивом зеленом? Да. Весняночка такая у нас. Девочка, да. Пока дается подарок, давайте бегом. Осталось два вопроса. Поехали. Итак, верите ли вы, что лучшую, внимательно, подругу и по совместительству вдохновителя, критика, музу зовут? Аня. Нет. Аиша. Ксюша! Тут люди просто поняли, про кого речь, друзья. Сейчас продолжим. Оля? Нет. Нет. Алексей? Нет. Джетли? Нет. Так, дорогие друзья, ну для тех, кто не знает, пока снова несут подарок. Подруга, муза, режиссер и так далее. Ты уже дарила. Это кошка. Правильно, да. Время везде. Она как Лена шьет, Лена пишет, Лена сочиняет. Кошка. Лена везде. Пишет нам сообщение, да. ВКонтакте. И зовут ее Ксюша. Кошка, да. Она моя тетка. И финальный вопрос. Финальный вопрос, который Лена нам прислала буквально вчера. Сказала, очень хочет услышать правильный ответ. Итак. Слово. Верите ли вы, что слово благодарности и согласия, которое произносит Леночка, когда... Или присылает сообщение. Да. Общает. Вот сейчас помолчите, пожалуйста. Дайте другим выехать уже что-нибудь. По словам «аха», нет,
Какой хороший мальчик. А гасечки? Нет. Подумай, ему не нравится. А гость? Нет. Дети закрыли уши, ни хрена. Он уже уши закрыл, конечно. Мяф? Да! Ну, ему вас сказали, но... Ну, давайте молодой человек. Молодой человек рядом с бочкой у нас находится. Вот, направо. Отлично. Аплодисменты всем, кто поучаствовал. Ты такой молодец. Аня, ты наш парик? Тащи сюда. Теперь тем, кто расстроился и не смог поучаствовать в этой супервикторине, ведь надо было знать Лену буквально. А можно уже музыку шепотом включать, вот, которая вот на вот эту? Есть такая? Которая веселенькая такая, да, пока мы говорим. Да, да. Друзья, как бы вот такой замечательный предмет мы приготовили сегодня. Поэтому под первый нам бы хотелось, конечно, чтобы Кайра потанцевала.
нет. Да. Как-то, да. Потому что мы Лену часто достаточно приглашаем к себе в студию на мастер-классы. Кстати, она с удовольствием дает нам мастер-классы. Да. Дети ее обожают. Наши дети обожают ее еще, наверное, больше, а может, еще больше. Мы даже... Мы не спрашивали. Мы не спрашивали, да. Мы просто чувствуем. Вот. Поэтому, чтобы нам не стыдно было Лену к себе пригласить, мы все должны как-то научиться. Мы репетируем. Мы репетируем. Сутки напролет. Друзья, если вы здесь немножко, пока мы поем, тоже с нами порепетируете, да, будет очень неплохо. Будет комфортнее петь. Можно нам первую песенку про то, как все учатся так танцевать, да? Которые не умеют. Надеемся, что ты ее послушаешь без суеты, без беготни и без... Вот, да.
и так.